Вчера мы рассказали вам о женщине, которая чудом осталась жива после падения на нее глыбы льда с крыши дома в Чебоксарах. Очевидцы произошедшего тоже были перепуганы и теперь чаще смотрят, что у них над головами, а не под ногами. Кто несет ответственность за очистку снега с крыш домов и куда обращаться, если несчастный случай все же произошел? На эти вопросы нам ответили специалисты компании «Гарант Чебоксары» и руководитель жилищной инспекции «Чувашия». Очистка от снега и сосулек крыш зданий, прилегающих территорий, обязанность собственников и владельцев зданий, а также управляющих компаний, на чьем обслуживании находится здание. Таким образом, согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих сооружений и собственники помещений при неисполнении обязанности по очистке крыш зданий и прилегающих территорий. Если несчастный случай все же произошел, прежде всего необходимо выяснить, в чьем обслуживании находится здание и кто является собственником, а уже потом обращаться к ним с требованием о возмещении вреда. При обнаружении фактов несвоевременной очистки снега с крыши здания можно написать заявление в жилищную инспекцию республики. Все у нас проверки в данном направлении осуществляются, то есть в рамках внеплановых выездных мероприятий. К нам поступает соответствующее обращение, инспектор выезжает на место. И в случае, если такие факты подтверждаются, то он, соответственно, фиксирует их в акте проверки и, соответственно, уже составляет протокол административного нарушения в отношении должностного или юридического лица.